Привет всем, снова с вами Сахалинец. Сегодня с другом выехали на небольшой затончик в поисках рыбы. Пробовал ультралайт, половина не получилась первая, когда на щуку пытался ловить воблерами. У него результат чуть получше. Но потом перешел на микроджиг, использовал Маргариту вторую. И хотя катушка не соответствует матьюрити рёбе, но все-таки что-то получилось. Все-таки рыбалка состоялась, а что и как было, смотрим в этом видео. Поехали! Не мудрствуя лукаво, ставим вертушку от Миари, называется Ариадна, и начинаем ловлю. О, классика. Вертушечка вдоль кушиночек. Приманка универсальная, так что если что-то здесь есть, хоть окунек, хоть щучка, должна влететь. О чем я и говорил. Все-таки вертушка есть вертушка. А вертушка Миари — это уловисто вдвойне. И кто у нас там? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, обкушинку и сход. Ох, шнурочек походу. Ну-ка. Малька в кустах, да фига и больше. Че жрать железо, когда столько мяса плавает? Опа, что-то есть. Заработал фрикциончик. Эти сход. Да. Улов охерительный. Лёх, одну поймал. Опа, есть. Сход. Вообще ничего не понимаю. Ну что ж, перешли на другое место. Поставил флюровую вставку. Будем пытаться поймать окуня. Не понял. Ой, господи. Окушок был. Есть. Есть, есть, если не сойдет, конечно. Сегодня же день сходов у нас. Я думаю, что да. Ну вот. Окушок. Иди, парень. 4 грамма, рачок от Рейнса, флюровая вставочка, то бишь микроджиг. Конечно, не тот я спиннинг взял, но чем мне нравится Айка Маргарита 2, то что она универсальна. То есть ей можно и подвичить, и колебалочки с вертушечками провести, ну и, разумеется, микроджигом побаловаться. Хорошая палка, мне очень нравится. Давно, правда, я на нее не ловил, тут подзабыл ее в связи с новыми удилищами. А зря. Опа, есть еще один. Недалеко от берега в этот раз взял. Эх, красотулька. Ну давай, иди сюда. Покажись народу. Вот какие мы пятнистые. Все. Отдай. 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 А теперь гули. Гуляй. Рачок вообще хорошенький. Цвет, если не ошибаюсь, называется пион. Стоит, по всей видимости, где-то вот у бережка кушок. Пасется потихонечку. Вот с одной стороны были только что в заливах прекрасные места, много малька, но рыбы нет. Перешли сюда, на основной затон, и дело вроде начало налаживаться. Это не сглазить бы. Опа, еще один. Третий. Так, ну что ж, то, что Рейнс работает, это понятно. Пробуем что-нибудь другое. Многие хвалят то, что на окуня хорошо использовать червя. В данном случае это King Lynch, по-моему, от Lucky John.
Проверим теорию. У Lucky John в этом году, не, в прошлом году вышло две приманочки, King Lynch и Crazy War. Так вот, Lynch намного лучше, потому что ребристая тельца, играет она намного активнее. Но насколько понравится она окуню, эта пиявка, сейчас проверим. Что было такое? Зацепик, наверное. Опа. Нет, это не зацепик, это что-то есть. Вот так, Алексей Викторович, это вам за щук. Надо было сразу ультралайт и выходить сюда. Ну что ж, несмотря на такой более-менее большой размер этого червяка, окушок сожрал его полностью. Еще одна у него классика, Bait Breath, под названием Бакси. Приманка очень хороша, о чем говорит ее множественные копии. По-моему, только не ленивый ее еще не скопировал. Опа! Ну, что и требовало заказать. Вот, вроде бы приманка здоровая, но даже мелкий окунь ее зажирает очень уверенно. Кстати, и щучка на нее берет. Вообще Бакси в этом году мне очень понравилось. Брал более крупные размеры, под судачка, под бершика, очень удачно. Так что в районе 3-3,5 дюймов работает и по более крупному хищнику. Классная приманка, рекомендую. Не могу понять. По-моему, есть. Акусёк. Ой, ты ё-моё. Да как же мы так вот за плавничок-то? Да в брюшком. Ладно. Будем менять приманку. Еще один червяк. Джакал пеки-пеки. В более мелком размере, 2 дюйма, он работает превосходно, а здесь, по-моему, 2,5. Опробуем. А вот и причина, почему здесь стоит рыба и почему все время долбится по дну. Дресенка. Ну вот получше уже что-то. Пеки-пеки сработал. Что ж, дресина, пеки-пеки, окунь. Очередной полосатик, очередная замена приманки. Имитация веснянки от компании Microkiller. Я понимаю, что не по сезону, все-таки осень на дворе, но надеюсь, окунь об этом не знает. Груз тот же самый, 4 грамма. То есть ищем, где есть ракушка. Там и стоит полосатик. Вот песняночка работает. Болотный цвет. Правда, как он его видит в такой воде, не знаю. Опа, есть.
О, как ни странно, первый окунь, который без пятнышек. Значит, еще такие существуют. Ну что ж, теперь поищем то, что у нас еще не разловлено. А не ловил я сегодня вот еще на такую вот приманочку червеобразную под названием лабура. На ветлуге хорошо. С дочерью тягали окушков на нее. Опа, есть. Что-то как-то интересно себя ведет. Хорош. Оп. Какая-то гадина плывет. Зашибись. Ну, пшик отсюда. Вообще обнаглели. Ну все, вроде бы нарыбачился. Все, с вами был Сахалинец, пока-пока.